бьет, как бьет. Она скатывается. Что, бля, он не слушает. Может быть, выехаешь назад? Слушай, ну иди еще относительно нормально. Без серого ты заехал, да? Ты заехал? Да. Блин, не заехал, но на лебедке я имею в виду. Ну, недолго страдал. Но у меня там же налево не поворачивало из-за серого. Меня как раз налево выставлят и бац. Ну все, сейчас поставил серого. Пизда сейчас, да, будет? Сейчас пизда будет. И я хотел давно переставить АГФ-ку это на 4x4. Ну просто берег, да? Да. Думаю, ладно, пусть стоит, ждет своего часа. Цепляйся. Заебал на то. Успокойся. Ну, Корвеса, наверное, сердечник. Слушай, он долго видит. Сзади в лесу не попадает. Ага. Или спорт. Нет, тут как бы какого-то глобального разницы по времени нет. Не, ну я посмотрю на них иду, что если он дальше идет к нему и поехал. Но вот тут жесть, тут у меня лебедка встала вот в этом месте, когда он провалился. Первый раз на лебедку. Смотри, блядь. Смотри, что оторвет. Вот длинные лебедки на хотя бы полтора метра. Нет, там пограничение. Неизвестно, что у меня с мостами было сквозь. Да ничего нет. Ничего. Сейчас тепло. Сейчас тепло и выдержит. Ну и типа откуда там на песок приземлился. Да, не, я в деревяшку забился. Не песок-то ладно. Деревяшка тоже деревяшка. Да. И колеса резиновые. Едь руками. А кстати, Вить, а колеса на Ванкуше оригинальные у тебя бывают? Говно колеса. Да, диски. Ну, я имею в виду металлические, которые очень голые. Ну, мы привозим только под заказ, потому что их никто не берет. Ну, как бы это вообще один в один инжора, только... Только оригинальные. Ну, тут что более-менее. Мы в руках уже все держали, и как бы, ну, я разницы просто не вижу. Просто они там по 20 минут едут. Единственное отличие, это на Ванкуше там написано просто. Написано. Нет, там просто трактор. За это плюс 10-20 тысяч. Там. Не, не 20, конечно, плюс 10. Знаешь что, я просто RC FVD я брал оригинальные самые на колеса на UDF. Там тоже эти. Ну да. Они, да. Вот там просто это задний был? Нет, RC 4WD другое. Тут просто китайцы взяли инжора, грубо говоря, и скопировали эти. Да, и понятно. Получилось, что смотри, берешь вакуум. Да он тяжелый, что надо смотреть? А, у тебя ребят тебе? У нас по 25. Чего это? Весь один. Когда Андрюк туда пойдет, я пойду. Андрюк, а что, мы здесь не поедем, что ли? Ну там просто освободилось, там-то, знаете? Там вообще полазит. Там прям... Ну так и проедете за 5 минут и пойдете туда. Три. Нет, спасибо, я не уходю. Здесь хитрый корешок. Ну ладно, ладно, потом вторая. Да не, ну на самом деле у него блейзер едет. Ты ведь тоже снимал? Чего снимал? Я хотел, если бы у него была оттягивается. Аж сверху надо. Да огонь. Да. Так задний ход сделай, одно штрафное очко за задний ход. Ты только что коснулся за 25. Что-то серва вялая, нет? Серва наоборот, чересчур. А что-то не проворачивает. А у него пар... Давайте. Нет, сам выбор почему-то. Все, Макс. Куда ты? Вот сейчас неплохо было.
Ты объехал. Ой-ой-ой. Нет, я просто надо убирать модель. Ну, потому что эти гады приехали. Это гопники. Модельер. Которому Кротона дали 6 вес такой. Он сейчас, о, маленькие машинки. Сейчас я... Так, надо машинки убирать, там какие-то эти монстры подъехали. А зачем сборку лезут? Вам помогать. Копийщики. Я понял. А, копийщики на X-Max. Снизу пусть пройдет сначала. Лента, да? Ну, то сам. Ой, Витя, прям. Смотри, Антон все фиксирует. Ты подшутил, да? Маша? Именно. А что ты ребятку мне твою? Круть, круть. Чуть. Да она. Ну, там... У тебя потом вопрос не было. Сколько... Давай, короче. Все, все. За больной не. Носишь ты. Хороший. Ванкиш снимают. Да, портальный ванкиш. Редкий зверь наш писатель. Вот я вчера выкатил первый раз прямые мосты, вообще не было земля. А что ты на них не поехал? Поехал на... Решил с домами. А там корт другая. Камера же. Куда дальше? Вокруг и вниз. Просто разворачивайся на этой пятачке и вниз. Здесь, да, лебедка. За ветку. Ели. Да, 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 Ромка говорил. Хорошо. Вот, вышло вообще просто. Мы до темноты на тропинке. А вот тогда, конечно, очень было. А этот, I need help, как все скид. Ну, все заезжают сначала, там чуть-чуть, ну, повисли, а потом лебедят. Вот об эти псучки лебедись, вот ближайший дерево. Типа, да, вот так типа закинул и лебедишь. Точку я за эту резинку бью, походил. Наверное, не заметишь. Не, ну у него после сорев табак, у табака, говорит, если ты мне грязную привезешь, говорит, может, новый за новый. Я понял. Ну, удачно женился, называется. Пока еще нет. Когда удачно женился. Не, у меня все было из того, что можно было попробовать, но... Квартиру ты не было, да. Прям завершено. Но что ж ты не тянешь, падла? Такое его. А что куда дальше? Прямо вниз. Спускайся вниз. Вниз на трубы. Вниз. И потом наверх. Вон, туда. Я, фотограф. Да я не пойду туда. Я снимаю. Сверху, сзади. Я заснял, я заснял. Я на зуме. Но тут на трубах порталы минус. Но твои... Желаю, чтобы твоя серва сейчас уцелела. Желаю, чтобы давай, тебе давай, сейчас серва вот уцелела. Наверх. У меня там сдохла. Да, уцелела. Вот для чего был создан ванкуш. Да. Для езды по-арабски. Не-не, ну ты так прям мне это не думаешь. Что... назад выезжай и заезжай ровно. Выйди и зайди. Нормально. Там я понимаю, что у меня трос просто это малой. Я их нет. Они у него лежат на какой-то. Ты думаешь, почему они у него ржавые? Надо сказать, никакая резина не тянет вот в это препятствие вверх. Нет, тут очень большие есть. Да. Руки на корпус, вперед. Вперед чуть-чуть. Как раз до лебедки хватает. Отлично. Ну как, оно что я тут кому советую, я там лошадь.
Да, там какая-то жесть. Ты вообще сам занимаешься? Вам хреново показалось. Что-то питбуль не цепляется. У меня здесь поехал уже Хирекс. Посерединке все едут, а потом все равно. Лучше тебе никуда-нибудь наверняка, а то если ты здесь свалишься. Давай, ногой. Убирай. Здесь можно пулять. Да пулять, да. Вот до этого места. Блин, как? А мы не скажем. Видишь, и так все можно. Так все можно.